Так, не пойду я в садовый центр, потому что я посмотрела, он крытый, он, в смысле, открытый, и как бы я не одета для прогулок на свежем воздухе сегодня. Покажу вам мой чек. Вроде ничего не купили, а потратили 433 рубля. Вот у нас грунт для фиалок по 26 рублей. Две упаковочки я взяла. Секатор 47, хотя там стояла цена 55. Горшок пластиковый 38. Краска садовая 110. Мне ее хватит на долгие годы. И угол арочный по 22 рубля штука на 5 110. То есть 433 рубля. Вроде ничего не купили. Все. Буду ехать в сторону дома, потому что мне совсем не нравится такая погода. Мне мокро и холодно. Сейчас единственное... Вон, смотрите, на машине снег. Давай, давай, приближай. Режим выстрела непонятный. Вон, на машине снег. То есть, соответственно, снег здесь идет давно, поскольку люди, судя по всему, чистили машину и потом ехали в сторону магазина. Ну, потому что здесь парковка закрыта, поэтому... Она нападала до того. Люди все в пальто. Кто в пальто, кто в куртке. Одна, блин, Лиза с коротким рукавом. Да. Ладно, все, еду в сторону дома. Сейчас, наверное, зайду в Пятерочку, что-нибудь куплю. Или у меня есть все дома. Ну ладно, сейчас я наверное, я подумаю. Я подумаю, потом вам расскажу. Нормально так эти профиля. Видите, вместились, ну, потому что они дугообразные, в смысле дугообразные, а у них, ну, короче, они такие мягкие, то есть, на самом деле, это то, что мне нужно, теперь мне нужно будет, единственное, только все углы в доме, ну, не все, в коридоре, переделать, чтобы они были такие ровненькие, и нужно купить штукатурку. Я не стала здесь брать, потому что здесь мне ее никто не положит, не покладет. Как угодно, но в любом случае никто этого не сделает. Соответственно, ну как бы я не готова 30 килограмм поднимать. Поэтому я доеду, наверное, до нашего местного рыночка. Может быть, не знаю, сегодня. Ну, не знаю, как сегодня. Опять же, я не одета по погоде, мне холодно. Ну, или сегодня, или завтра. И докуплю там мешок штукатурки. Мне ребята положат в багажник. А там я просто открываю его, пересыпаю, сколько мне нужно, уношу в дом, делаю дела. Ну, в общем, как бы там мне не нужно будет его поднимать. Так, ладно, все, хватит трындеть. Ребята накупили ламината. Да, ламинат, ламинат, по-моему, это машина, он там складывает. Все, торговля идет, людей много, несмотря на погоду. Ну и, соответственно, пробки, потому что все возвращаются быстро-быстро в Москву, думая, что Подмосковье-то у нас дождь, думая, что ох, как дождливо, в Москве хлобыстый снег. Ладно, все, хватит трындеть, едем. Погода дрянь, я решила себя побаловать капучино. Заехала в Макдональдс, сейчас стою, жду, сейчас я буду платить. Я, правда, конечно, такой разворот взяла долгий, но... Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. 99 рублей стоит капучино. Здесь выдача. Здравствуйте. Спасибо. Так, капучинка моя. Я не могу пить. Если я пью кофе или капучино, то я не могу пить без сахара. Сейчас я себе поразмешиваю. Остановилась здесь на заправке. Снег как шел, так и идет. Ничего не меняется. На дорогах каша. Смотрите. Щух.
Бедные пешеходы, бедные несчастные пешеходы сегодня. Проехать, конечно, аккуратно. Не знаю, мне кажется, один из 10 автовладельцев проедет аккуратно. Но пешеходов сегодня мало. Выходной день. Так, все, сейчас я закрою себе кофеек. Открывается. Открыть открыла, а закрыть все закрыла. Красота. Такую погода для кофе как раз. Я уже почти дома. Смотрите, пробка огромная. Это то, что я стояла в пробке, это были цветочки. И у нас тут дождь. До нас снег не дошел, это прекрасно. Но тучки тоже стали такие, знаете, если все-таки днем было как-то посветлее, когда я выезжала, то сейчас все равно тучи. Вот такой май, майский май. И пробка. Офигеть, она очень большая, она, наверное, по-моему, практически получится, что от моего села-то вот эта Михайловская Слобода, церковь и собор, не знаю, как правильно, я знаю, что это называется Михайловская Слобода. Может, когда-нибудь я сюда все-таки доеду, посмотрю поближе, что там. И пробка начинается, нет, даже, ну, какой сильный дождь пошел, сильный-сильный прямо. Да, и пробка даже после нее еще, смотрите. И вон там как-то в объезд можно ехать, там тоже стоит. И вот здесь. О, даже за ней. Боже мой, правда, наверное, от моего села пробка начинается. Ничего себе. Я в шоке. По-моему, так далеко, такую долгую пробку я видела... Я редко видела, ну, потому что, ну, как-то очень-очень издалека начинается. Обычно здесь всегда все летит до Жуковска, вот от первого поворота на Жуковский. Вот, смотрите, Астра. Астра совсем рядом со мной. И вот она начинается, получается, пробка начинается около Астры. Заправка это Астра. Офигеть. Время только 5 часов, скажу я вам. Судя по всему, люди надеялись проскочить, и вон машин-то много едет еще. Надеялись проскочить, думали, что погода испортится, поедем в Москву. А в Москве их ждет еще больше сюрприз в виде снега. Не знаю, мне очень интересно, но неужели при этом в центре сейчас хорошая погода, солнечно? Даже не знаю, приеду домой, посмотрю в интернете. Очень интересно. Так, все. В общем-то, я уже практически приехала. Наверное, зайду в Пятерочку. Я взяла джинсы, мне надо молнию вставить. Вроде бы у нас там есть ателье. Не знаю, правда, как там девочки, мальчики, кто там шьет. Забегу, наверное. Узнаю, сколько это стоит. И... Но если у них есть молнии, то вот так, потому что отдельно молнию, конечно, я не купила. Заеду, спрошу. Ну, я не знаю, наверное, что-нибудь, творог надо купить. Ну, в общем, что-нибудь еще покупаем. Покажу, кстати, розовая машинка едет. 62-й регион, это, по-моему, Рязань, если я не ошибаюсь. Розовая машина едет в Рязань. Будет мир растений, куда мне нужно заехать. Наверное, я все-таки там рассаду цветов куплю, если у них есть. Потому что что-то то, что есть там, где я была, мне как-то не очень нравится. И вот здесь тоже, по-моему, продают рассаду.
Ну, не знаю, сейчас они работают, не работают. Ну, тоже какие-то домики, скидка 40%, тоже там что-то продают. Тоже можно будет туда заехать, как будет хорошая погодка, тоже что-нибудь прикупить. А пока, все, сейчас уже мой поворот. Я буду около дома. Так, ну пошли длиннее искать. Здравствуйте. А не подскажете, молнию в джинсы у вас можно вшить? Да, 350 рублей. А молния ваша или наша? Наша. Вы даете, да, уже? Можно? Можно. А кроме как молнию еще можно подшить? Да. Но единственное, здесь надо подшить вот буквально вот на вот этот вот кусочек. А, все. Это как, не знаю, как вы распускаете. Потом. Да, да. Ну вот прям вот буквально вот чуть-чуть. Ну там чуть-чуть больше, чуть меньше, не страшно. Да. Это у нас получается вот так в готовом. Ну да, да. Вы оплачивать сразу будете? Как вам, как вы скажете? Не, без разницы. Давайте сразу, пока не потратила. А вы вообще ремонт всякий делаете, да, одежды? Это хорошо, что вы теперь рядом. Может, я просто внимание не обращала. Может быть, я просто внимание, наверное, не обращала. Не на... Знаете, когда что-то не нужно, ты никогда на это внимание не обращаешь. Да. А вот тут замена, как. Да? Там ее просто не починишь. Может быть, вы, конечно, посмотрите вдруг. Но, по-моему, там просто вылетели. А если зубчики, знаете, значит? Да, 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 да. Все. Зубчики вот в начале. Угу. Нет, мы не меняем, угу. Ну, не ремонтируем. Только... Угу. Ну, давайте заменим. Пожалуйста. Угу. Когда мне нужно будет заменить? Так, это теперь где-нибудь, наверное, в среду. Да, в среду? В среду вечером. Угу. Либо в четверг утром, да? Или в четверг, так. Да, где-нибудь часиков в 11. Угу. Хорошо, я вас поняла. Мне нужно будет показать бумажку и... Собственно... Да. Угу. Поняла, спасибо большое. Пожалуйста, держите. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Смотрите, что увидела. Сейчас смотрела чеки, которые нужно выкинуть. И на чеке вот из Макдональдса, с моего кофеёчка, здесь так написано интересно. Вот что я скажу. Я начала, естественно, читать. Зайдите на сайт и оставьте свой отзыв. Ваше мнение очень важно для нас. Для прохождения опроса воспользуйтесь. Ну, соответственно, это, видимо, код по поводу того, что как бы я покупала. Код действительно в течение 7 дней. Вот так мы теперь спим в объятиях плюшевой собаки, да? Никому нет дела до кота. Никто его не обнимает, не целует. Вот он нашел себе место, залазит
под игрушку и спит. Да? И тепло, и вроде как тебя кто-то обнимает. Ти мою золото. Да, друга себе нашел. Друга, да, нашел друга.